Друзья, всем привет! И сегодня я вам покажу еще один интересный лайфхак. Как создавать векторный силуэт. Иногда не хочется его рисовать с нуля, иногда не хочется сидеть и обводить какую-то фигуру. И для этого можно использовать достаточно интересные приемы. Буду использовать я две программы, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Значит, что мы делаем? Мы сначала выбираем какую-то картинку, которая нам понравилась. И после этого открываем ее в Photoshop. Вот открылся. У меня появился какой-то силуэт. Да, мы будем делать векторный, но при этом начнем мы с Photoshop. Что мне нужно делать? Мне нужно взять девочку и ее выделить. Значит, как я это могу делать? Могу делать всякими интересными инструментами, типа волшебной палочки, магнитного лассо. То есть это ваше право, вы можете выбрать, каким инструментом выделять. Поскольку у меня это фотография, то есть картинка с фоном, не просто девочка, мне нужно будет ее слегка обработать для того, чтобы получился красивый силуэт. Значит, смотрите, я использую инструмент магнитное лассо. Оно мне помогает максимально четко выделить силуэт. Мы вот так вот аккуратненько его выделяем. Отлично. Говорим выделение, инверсия, фильтр. Выделение, модификация. Не расширить, а растушевка. Выделение, модификация, растушевка на 2 пикселя. И удаляем фон в цвет фона. Беленький. Ctrl-D снимаем выделение. Так. Как вы видите, выделилось у меня как бы, ну, не совсем феерично, потому что я, в общем-то, и не старалась. Нам это и не требуется, потому что мне нужен в целом силуэт. Если вы хотите, чтобы силуэт был более мягкий, то потратьте чуть больше времени на выделение и удаление. Выделили девочку, она у нас получилась. Можно чуть-чуть ее подрезать. Это не обязательно, это просто я люблю, когда меньше фона. Так, теперь мы делаем с вами коррекцию. Изображение, коррекция. Цветовой тон, насыщенность. Убираем полностью с девочки насыщенность. Так, и теперь коррекция уровня. Делаем так, чтобы она у нас получилась максимально темной. И смотрите, чтобы не сильно она расплылась. Угу. Получилось. Файл. Сохранить как? Сохраняем. Сохранить. Да. Окей. Теперь идем туда, где мы ее сохранили. Выбираем файл, открыть с помощью и выбираем программу. Вот он, мой силуэт. Что я теперь с ним делаю? Немножечко я его увеличу. Объект. Трассировка изображения. Создать и разобрать. Нажимаем кнопочку правую. Разобрать. Разгруппировать. Удаляем фон. И вуаля! Я получила тот силуэт, который мне был нужен. Теперь это векторный объект. Всякие неровности, вот как тут, например, на бедре, я могу легко исправить, взяв и удалив ненужные точки. Она будет более гладенькая. Ну и, соответственно, там немножечко поправить руку. Можно делать это руками, можно сделать это при помощи инструментов. Вот это вот он, мой карандашик сглаживания. Соответственно, надо выбрать. Сейчас мы погладим ее вот так. И здесь погладим, погладим, погладим. Вот. Здесь тоже у нас должен быть фон. Все. Так, это у меня остатки фона.
он мне не нужен. Соответственно, мы с вами получили превосходный векторный объект в виде силуэта. И теперь мы можем с ним свободно работать, перекрашивать его в разные цвета. Ах да, он у меня сейчас перешел в черно-белом варианте, поэтому лучше взять, скопировать его из этого файла, переместить его в чистый новый. И здесь мы уже можем с ним колдовать, как мы захотим. Пожалуйста, заняло у меня это совсем немножко времени, и я получила четкий силуэт. А дальше вы можете его трансформировать, перекрашивать, растягивать, делать все, что вашей душе угодно. Надеюсь, что этот лайфхак был вам полезен. До новых встреч!